Привет, друзья! Перед вами полушка 1735 года. Эту монету я нашел первой в истории своей копательской. В общем, так получилось, что только пошел копать, только купил металлоискатель и нашел вот эту монету. И я от счастья начал прыгать. Я думал, что я нашел самую редкую монету в мире. Но потом уже понял, что в интернете почитал, с друзьями поговорил. Все это довольно часто попадается. Такая монета, не очень она дорогая. Сейчас я смотрел на аукционах. Виолити, например, она стоит в пределах от 1 гривны до 1000 гривен за монету. Это на аукционе Виолити. Или, например, в рублях это от 1 рубля до 2000 рублей. Ну, в основном ценятся причеканы, браки, новоделы или монеты с узорчатым куртом. Ну вот, у меня такой монетоз. А история этой монеты такова, что они чеканились все в Москве на временном, специально оборудованном для этого монетном дворе, так называемой плащильной мельнице на Яузе. Вот знак монетного двора на всех монетах этого типа отсутствует. Во всех годах монеты имеют значительное число штемпельных разновидностей по размеру и рисунку корон, расположение и начертание цифр даты, рисунку венка и декоративных элементов. Вес монеты может иметь значительные отклонения от нормативного, как большую, так и меньшую сторону. Ну и диаметр монет изменяется в довольно широких пределах. Значит, материал монеты медь, масса 4 грамма, 4,1 грамма, диаметр 19,5 плюс-минус 1 миллиметр. Может быть больше, может быть меньше. Значит, сейчас посмотрим. Это у нас реверс. Значит, в центре у нас в фигурном картуше надпись «Полу», под ней «Шка». В общем, полное название «Полушка». Ниже указан год чеканки 1735. Ну, на обратной стороне у нас здесь, в центре, изображение герба Российской империи, двуглавый орел со скипетром и державой, увенчанный тремя коронами. Ну, вот такая монетка интересная. Все, что хотел сказать. Всем спасибо за просмотры. Всем пока!